Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Леной, мой ник на ютубе HelenLin1. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я для вас приготовлю фруктовый салат. Для этого мне понадобится 2 штучки киви, приплюснутый персик, 2 яблока, вишня, можно использовать черешню и мюсли. Перед приготовлением фруктового салата нужно вымыть фрукты водой, также очистить яблоки и киви от кожуры и черешню или вишню освободить от косточки. Когда вы начнете готовить ваш фруктовый салатик, когда вы будете нарезать яблоки, вы можете включить приятную музыку, чтобы вас дополняла какая-то романтика, чтобы вам было делать фруктовый салатик с романтическим настроением. Обязательно не забудьте, чтобы в салатике не было семечек от яблок. Освободите желательно, по возможности, яблоки от семечек, чтобы они не попадались вам на язычок. Яблоки можно порезать кубиками или очень мелко. Порезав яблоки, переходим к киви. Киви – зеленый плод с семечками. Очень вкусный и полезный. Кушайте его, и вы всегда будете красивыми, сексуальными. Это очень нежный фрукт, очень мягкий и будораживающий. Нарезав киви, переходим к приплюснутому персику. Не забудьте, что внутри персика хранится тайна. Это косточка. Будьте осторожны, как будете резать персик. Можно также порезать нежно и очень ласково, как яблоко. Слышите, как хрустит персик? Вам ничего не напоминает? Мне напоминает снег зимой, когда хрустит от мороза. Итак, подошла очередь к ягодкам. Вы, надеюсь, из них вынули уже косточки, чтобы они не попались в ваш фруктовый салатик. Если вы забыли, то лучше выньте косточки из ягодок. Ягодки вы можете порезать или оставить их, как они есть. Главное, не забудьте вынуть косточки. Чтобы придать вашему фруктовому салатику изюминку, добавьте обжаренное мюсли. Мюсли надо обжаривать только на сухой сковородке, без добавления масла и воды. И посыпать нужно мюсли, когда уже будет готов фруктовый салат. Салатик мой готов. Я специально положила в такую тарелочку, чтобы удобно было мне кушать. Осталось только добавить обжаренный мюсли. Салатик окончательно готов к употреблению. Если у вас нету мюсли, вы можете использовать орешки или семечки. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам за комментарии. Спасибо вам, то, что вы посмотрели вкусное видео. Всем спасибо, до свидания и до скорых встреч. Всем приятного аппетита и романтического вам настроения.